Всем привет, друзья! С вами Михакер, Квантум и Кратос, и у нас сегодня битва воров в GTA 5. Всем привет! Всем здорово! Сегодня мы будем искать тачки вот в таком пляжном райончике, как он там называется, я не помню. Но попробуем Майами найти бич. Что-нибудь стоящее. Как всегда, у нас 3 минуты на поиски, одна попытка, одна отмычка и целый райончик. Погнали! Let's go! О, там что выпало? Воры всегда воры. Это мое. Ну что ж, друзья, ставим таймер на 3 минуты и на счет 3 начинаем. Погнали. 3, 2, 1. Погнали. Всего 3 минуты. И потому как район у нас элитный, очень элитный. Тут так-то на этой парковке какие-то машинки были. Не пались, Антон, не пались, привлекай внимание. Чего, я перебежать хочу. Просто девчонка в балаклаве, что тут такого? Антон, ты палишься, привлекаешь внимание. Просто баба в балаклаве реально по трассе бегает. О, погоди, тут хата продается, стой. 20 секунд прошло. Да, какие машины, смотри, машин здесь очень много классных. Опа, я уже вижу что-то интересное. Да я за тобой бегу след. Есть султан. Султан, я, пожалуй, возьму султаны султан на этом. Султан, серьезно? Ты уже султан? Всё. Да ладно. Я нашел карту. Тут есть лодка резиновая, я хочу на лодке. Гонку по воде. У меня прошло ровно 45 секунд. Ну тут что-то есть, но оно не знаю. Я посмотрю, что найдет Миша. Я поеду. О, я нашел банши. Я, по-моему, зря взял. Да ладно. Я нашел банши и еще что-то. Здесь две банши у него стоит. Что, блин, надо было дальше бежать. Я возьму вот эту синюю баншу. Посмотри, какая конфетка. Офигеть, мне хакеру повезло просто. Ты что, серьезно? Браво, да, банши. У него реально банши. Уезжай скорее, Миша, пока хозяева не взялись за машину. Пацаны, ну я пока... Да ладно, у них еще одна осталась. Тут Порш стоит, блин, посмотри. Порш рядом с разбитой машиной. Это капец, какой элитный, нужно было дальше пробежать. А что лучше, Порш или банши, интересно? Антон, минута 26 прошла. Тут элитный фургон стоит. Ой, еще камилка. Еще один Порш. Короче, сюда можно вернуться еще один раз. Я вот уверен просто. Я понял. Я беру элегию, еще не знаю, я бегу назад. Мне кажется, после нашего похода они усилят охрану, Данил. По-любому. Тут куча Поршей стоит, посмотри. Смотри, тут у Антона что? Там вон, там R8 вон сзади стоит. Антон, тебе минута осталась. Жопа R8, я уже приметил. Ты фургон хочешь взять, Антон? Да, я фургон хочу взять. Я уже приметил какую машинку. Нет, фургон, фургон, да. Его там машины какие-то. Она очень далеко, но я сейчас прибегу к ней. Еще Порш, да ты посмотри! А, это не тут Порш. Куча всего стоит, куча всего. А там время так, не вышло вот еще? Вот она моя красавица, вот она моя зайка. Он взял какой-то Порш. Пацаны, ГТР! Ну, ребята, серьезно? Тем, что это Майами-Бич, это очень элитный район, и поэтому здесь такие машины, элитнее, чем... Посмотри, что у него. ГТР! Ты серьезно? Давай припаркуемся, пацаны, посмотрим. Пацаны, ну что-то Солянову, есть. Данил, что за брычка, что за корч, я не понял. Иди ты нафиг просто! Миша, аккуратней. Капец, смотри, ребята. Смотри, какая лейлочка. Смотри, тут тут стоки, ну, 450 сил, даже если это самая говняная комплектация. Привет. Смотри, моя какая у меня конфетка. Грустненько выглядит, она какая-то грустненькая, обиженная, маленькая. По сравнению с вашими огромными мордами, у меня такая маленькая машина, и кажется, я не смогу выиграть. Мне кажется, у меня самая лучшая, это Элегия, это легендарная тачка. Обалдеть, это очень... А у меня банши. Ну что ж, друзья, все наши тачки тюнятся у Бенниса. Сегодня у нас 50 тысяч, но мы будем тратить их только на техническую часть. А все визуальные улучшения будут бесплатными. Шо, готовы? Погнали! Let's go! Ну что ж, друзья, давайте затюнингуем нашу машинку у Бенни. Бравада Банши. Классная тачка, слушайте. Мне даже окраску не хочется менять у нее. Так, что мы можем сделать? Ух, ё-моё, у нас есть 50 тысяч. Давайте посмотрим. 50 тысяч это чисто на ходовку. Можно двигатель поставить. Можно не самый мощный, кстати, ставить. Можно, например, поставить вот всего лишь за 12500. Бум. 12500, вычитаем. Так, что еще? Турботюнинг, блин, наверное, дофига стоит. 50 тысяч, ё-моё. Турботюнинг я не поставлю. Подвесочка, ну-ка.
4000, можем себе позволить. Пусть будет раллийная, хлоп. Ну и остается нам только визуальное улучшение сделать. Давайте посмотрим, что, во-первых, здесь мы можем сделать. Банши 900R. Давайте посмотрим, какой она будет. Воу, неплохо, неплохо. Слушайте, крутой обвесик, пороги, сразу такие мощные арки. Блин, классная тачка стала. Посмотрите, какие бампера. Мощно, мощно. Так, что еще можно у нас теперь сделать? Бамперы, собственно, можно разные посмотреть. Ну, слушайте, мне нравится что-то вот около такого, например, дрифтовый бампер. Бум. А, двигатель не надо, глушитель. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Насадки на выхлоп. Посмотрите, какой у нас есть в стороны выхлоп. Классно. Так, крылья. Даже крылья можно поменять. А, задние вот эти надкрылки, типа, да, накрылки. Можно без болтов сделать. Можно вообще карбоновые сделать. Давайте сделаем без болтов. Капот. Ух, сейчас мы повеселимся. Пусть будет капот с фильтром. Бах. Клаксон. Ну, не надо. Салон. Так, посмотрим. Поставим сюда фигурку вот этого OG. Рэпер типа. Ебро. Приборная панель. Блин, слушайте, классный, классный выбор. Слушайте, ну оригинально, в принципе, неплохая. Но можно сделать прям вообще гоночную тачку. Давайте вот такую с карбоновым. Двери. О, внутренняя обшивка дверей. Классно, слушайте. Вот такие панели. Бум. Сиденья. Даже сиденья можно поменять. Спортивные сиденья. Йоу, классно. Ну, конечно, гоночное сиденье вот такое карбоновое поставим. Бум. Руль. Давайте вот такое поставим руль. Спринт сверхлегкий. И цвета панели. Цвета приборов, точнее, да? Ну, давайте, может, тоже что-нибудь синее, типа под цвет нашей тачки. Вот такие, да? Бум. Темновато-синий, типа, получился. Нормально, нормально, мне нравится. Раскраску мы уже сделали. Мне нравится такая раскраска синяя. Все, я ее оставлю. А, погодите, раскраска, это что-то другое. А, это вот эти всякие декали. Ну, погодите, вот это надо посмотреть. Бравада дрифт. Давайте выберем ее. Так, пороги. Карбоновый как-то вычурно слишком смотрится, вам не кажется? Вот такие нормально спортивные. Бум. Спойлер. Появились новые спойлеры. Вот такой можно присобачить. Давайте так и сделаем. Откидная задняя дверь. А, накладка на багажник. Багажник и панели. Все в карбоне, типа. Накладной багажник. Давайте вот так сделаем. Типа потолще будет задница выглядеть. Колеса. Заказные от Беннис. Йоу, OG. Давайте баксы поставим, ребят. Вот такие хромированные. И все, ребятки, выезжаем. Классная точила получилась. Просто посмотрите на нее. Просто посмотрите, какая она. Вах, вах. Мечта. И выезжаем красиво, на красоте. О да, детка. У тебя одной фары нет, Антон. Да ладно, Миш, ты серьезно? У меня так, одной фары нет. Так просто должно быть. У него вентиляция стоит. Серьезно? Это так и нужно? Да. Или да. Контркулеру. Значит, на дрифт-корчах это, выбивать. Это так и надо. Это законно? Это законно. Но вообще нет, как бы другая. А, ну это типа чисто для гонок тачка? Нет, для дрифта тачка. И как бы это законно, если ты левую фару убираешь. А ну, значит, покажи свой движок, что тебе под капотом. Смотрите, вот Антон, рассказывай про свою машину. Начинай, что ты сделал со своим драндулетом? Что я сделал? Смотри. У тебя был нормальный GTR. Я увидел Мишу. Почему он деградировал Skyline? Расскажи. В смысле ты... У тебя был GTR. Почему у тебя Skyline случился? Рассказывай. Потому что GTR говно, а Skyline это легенда. Это 32-й, насколько я помню. Нет, я тоже обожаю Skyline. Нифига труба аж трясется сзади. У моего кента точно такой же. Тоже, но хотя не, у него 4. Офигеть, у тебя огромная труба, она орёт, наверное. Так, а так у тебя спойлер, да. Как у меня, ничего себе.
А, спойлер, у меня получается... Вот вообще, короче, я открепил бампер, я улучшил движок, я поставил, значит, крутой блок что двигателя. Что по ходовым у тебя характеристикам? Что ты сделал по ходовой части? А, по-моему, только... Я не помню точно, по-моему, только улучшил движок до последнего уровня, и все вроде. Мне я напоминаю, что бюджет всего 50 тысяч, улучшение движка у легендарки стоит... Сколько стоит? Да дофига стоит! 33 500. Нитро стоит? Что это за... Что за баллон, Антон? Да, там бусты стоят. Ну, баллон этот газ. Не надо смотреть. Чисто на пропане работает, да, машина? А вообще, типа, я там будильнички поставил, все поставил. Там гидравлические ручники есть. Ну, короче... Вон, смотри, еще баллон лежит под передним сиденьем. Офигеть. Огнетушитель. Что касательно меня, пацаны, бюджет у нас был 50 тысяч, как вы помните, да? Любитель аниме, Данил. Аниматян, Данил. Вот, значит, посмотри на этот движок, как думаешь, что он может выдать? Значит, здесь стоит полностью четвертого уровня. Здесь стоит турбина, здесь стоит трансмиссия, здесь стоит тормоза первого уровня. И у меня еще осталось бюджета. Жестко, жестко. А у меня, кстати, тоже по технической части бюджета осталось. Я поставил только движок, и то не последний. Вы посмотрите на мои диски. Посмотри на его огромный воображение. Кстати, диски-то вообще питают. Это у тебя дрифт-корд синего урайдер, что не так? Немножко богатства придал. Знаешь, в чем как бы проблема? Ну, как бы у Миши тачка уже, в принципе, она очень легкая должна быть. Кто-то полез. Ты посмотри просто на его капот, на его крылья. Ты посмотри, какая она широкая стала. Да, посмотри на ее задницу, посмотри на эти воздуховоды. Ой, блин, вообще, глушители. Изначально, точно картонная тачка. Да, насадки на глушитель. Глушаки вообще не уместные, такие здоровые в разные стороны. Ну, ты поставил расширитель арок, в принципе, как и все мы. Ты поставил глушитель, ты поставил диффузоры и ужасные диски, Миш. Но, типа, классные тоже диски. Деле... Не, Антон, неплохо я вот смотрится. Могу обосновать, зачем я поставил расширение арок. А вот вы навряд ли сможете. Я могу обосновать это тем, что моя машина изначально была очень узкая. Я был прищемлен этим фактом, поэтому я старался... А ты ставил расширение? А, да, есть, точно. Да, ну, теперь у моей тачки жопа, как у меня. Я напоминаю, кто приезжает первый, то не трогай его, ты чё внимание привлекаешь? Кто приезжает первый, забирает весь куш за победу со всех машин. Мою машину? Никому твою не отдам. Твою машину, да, Миша. Твою машину. Ну чё, я её столько ценил. Ебаная феминистка. Да, надо пизду на всю показывать. Лесбуха, это не феминистка. Вон нормальная женщина. Здравствуйте. Как там? Нет, ко мне иди! Эй! Она вообще ушла. Бля, пойду шлюху найду. Антон, становись! Антон сейчас с шлюхой поедет. Какого хрена она ко мне приперлась в машину? Серьезно? В смысле? Да, Дил по-тихому вызвал там. Ты в смысле, девка, она мне нужна здесь? Вы что, реально шлюх взяли? Да. Да, тебя тоже тогда возьму. Ща полижет мой вареник. Блядь, куда я же... Нет, блядь, это стрёмная шлюха. У меня мест больше нет, нормально. Уходи отсюда. В багажник нельзя. Она обиделась, у меня мест в машине нет. Чё они ко мне лезут все, не понял. Жопку растаптопырил. О, какую я себе взял, ебать. Блин, Становись, а тут еще Антон. Лучше есть в красном платье. Вы чё бы нам перекупчик уехать? Ну, подарок. Парни, Менчина, садитесь, я привез подарок для вас главный приз этой гонки. Миша, шлюха, кто, это кто, кто победит, тому достанутся все девочки. Направляйтесь в более укромное место. Да нормально, тут все свои. Не стесняются. Начинай. Я вот так вот зажму, чтобы она не вышла. Готовы? Да. Давайте, обратно. Вот один, а! Чего они все свалили? Так, а у меня остались. Светофоры стали. Остались, вот. У тебя их несколько там. Пацаны, хватит сломиться. Пацаны, вы что, сломятся, пацаны. Миша вообще прет, пацаны, помните, моя машина вообще не ехала, а нифига по прямой. Ой-ой-ой. А можете это меня подождать? А моя машина прыгает, как кролик, рэббит. По-братски. Ну ладно, я сам. И по-братски тоже. Антон, у тебя балласт, Антон. Пацаны, посери... А, выкинуть надо. Миша прет, нифига себе. Нифига я не пру, что-то ты меня делаешь. И Антон тебя догоняет, всех догоняет. Трафик! Данил! Что ты творишь? Зачем ты затормозил? У меня поворот был, Яндекс. Яндекс что? Яндекс, где я? Блин, долбанный мост вонтед.
Воу-воу-воу. Да не, что тут делать? Вот это... Ну эти гор, как я летаю просто! Поехали! Антон, ты что делаешь? Да трафик грёбаный, ночь! Ты грёбаный! Парни, вы где там? Ой, я телефон зачем-то открыл. Не надо. Какая же ты мерзкая машина! Мерзкая машина? Миша урвался от нас. Ну тут серпантин мой нелюбимый. Миша урвался, но мы, кажется, мы его сейчас догоним и перегоним. Мне тоже так кажется, что... О, тут мопед. Миша, возьми мопед, скутер. Скутер. Зачем? Ух, нифига, тут Ламборджини ездит. Да, тут элитный все есть, машина разбита в хлам, ничего не выехал. Как и перекупщик забирать будет, не понимаю. Да, это корч! Как корч. Же мне бесит люди, которые ездят все по своей полосе. Корч. По своей бесит. Полосе, вот бесит, правда, ты, по ты своей сбросил полосе. Балласт, Антон? Нет, она со мной. Видишь, какая верная, блин, ты там хреначишь. А она такая, нет, эти 100 долларов я хочу заработать. Миша урвался, вообще капец, ты что, Миша, творишь? Я вообще... Меня чуть не вынесло с дороги. Так, пока я собирался столбы и повороты, Миша урвался. Ой-ой-ой. Пока у нас нету правил трех касаний, я могу делать вот так вот. Пока. Все, теперь есть, Антон. Так, аккуратно. Данил. Антон, я все видел. Антон режет тупо. А мне зато теперь смотри, у меня теперь открыта дверь. Да че ее нету? Женщина, пристегнитесь. Серьезно? Мясо. Она даже с открытой дверью, видишь, едет с тобой. Так, ну, так ей хочется эти 100 долларов капец, получить. Капец, блин. Миша, а можно мне 100 долларов? Я, Миша, уже капец уехал. Я... Темно, тут туман такой опустился. Silent Hill. Тут туман еще сел, опустился. Да-да-да-да-да. Просто Silent Hill. Ой-ой-ой. Ну, там еще поехал. Это бот поехал, трафик хренов. Пикапы тут еще манцуют. Тут все манцят. Парни, вы там обещали меня догнать. Я догнать я пытаюсь Мишу, но догнать. Не догоню. Я не знаю, что вы там подались, но я уже около финиша. Он реально подали. Уже около финиша. Тут говорят, есть какой-то подвох на финише, нет? Нет, там подвоха. Нормально все. Окей. Ой-ой-ой! Нет! Меня чуть не занесло. Миша финишировал. Я чего? Почти финишировал. Он приехал и финишировал. Да. Я еще еду. Миша. Я еще еду, стойте. Нет. Нет, no. Ребят, это, в общем-то, на этом все, да. Это битва воров была. В GTA 5 понравилось, если хочешь больше. Тебе лайк, подписка, комментарий, чтобы понравилось. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока.